В общем, оставил меня знакомый молдаванин торговать на рынке всяким хламом. У меня чувак спрашивает, что это такое. А я хрен его знает. Он мне сказал, продавай почем хочешь, говорит, мне пофиг, ушел сам за пивом. Это что? Sony Ericsson. Я говорю, это маленький iPhone. А на самом деле я гребу, что это вообще, короче. Дядька уже полчаса рассматривает всякие часы, очки. Весь бан. Да. У меня тут очередь, и что с ними делать, я не знаю. Я по-французски не говорю так хорошо, чтобы им что-то объяснять. Тем более, я сама не знаю, что это за хлам. И для чего он предназначен. Просто ходила по рынку. Этому блошиному. Познакомилась с молдаванином. Мы с ним разговорились. Туда-сюда. Он говорит, мне надо отлучиться, постой, говорит, поторгуй. Я говорю, ну хорошо, проблем нема. Он поварёшка, блин. Ой, боже, люди. Это я чудю. Хотела картину купить. А, что я с ним познакомилась. Говорю, сколько картина стоит? Ну, за эту картину мне загнул, короче, 80 евро. Нифига себе. Да, дед, купи уже что-нибудь. Наверное, я ему нравлюсь, такая вся тут красивая стою. Купи уже что-нибудь и идите все отсюда. Что мне с вами делать? Стоят, смотрят. Этот хлам. Там хотя бы хлам поинтереснее. Всякие вещи классные там. Фирменные. А тут куча барахла. Он говорит, просто уже все распродал раньше. Ой, божечки. Дурдом веселка, да? Все, дедушка, иди уже. Я уже не знаю, о чем мне с тобой говорить. Телефон. А что это телефон? Бьян-бьян. Нью телефон. Новел. Нью. Требон. Санкоро? Санкант евро. Но, санкант евро. Ви? Санк. Санкант. Санк? Ви. Масса марш. Це бон телефон. Це нью телефон. Це фельян. Це жа. Марш пеш марш. Ну, это по possible, это new телефон, это бьян телефон. Объясни ему, что это новый телефон. Он говорит, 5 евро. Говорю, 50. Он говорит, 5. Саджа, аж те 60. Ой, 60. Вот это молдаванин пришел. Короче, да. Куда меня еще занесет сегодня? Короче, продала тут Элвису Пресли местному браслет за 3 евро. На, тебе наторговала 3 евро, блядь. Слушай, тут ни хрена не работает. Зачем его продавать, блин? Еще скажи мне, что это за гроши такие дорогие? Японские или корейские? Японские или корейские? А это что? Какой-то Карл Маркс чи шо? Увольно. Смотри, вот эта вишка. Фишка, но не знаю, что с ней. Какая? Вот видишь, вот такие. Она серебряная, видишь? Серебряная? Да ты шо? А что она такая легкая, как для серебра, оно легкое сильно. Серебро не тяжело. Да. Ну, не знаю, то его почистить, куда-то прицепить себе на пинджак. Почему ты не возьмешь? Какую? Смотри, она хорошая. Мне больше эти джинсы красные нравятся. Ну да, я на них посмотрю. Спасибо, ты такой добрый. Так мне уже вещей надавал бесплатно. Сейчас не, посмотрю. Возьми, вот, возьми. Все порву. Вау, какой чувак красивущий. Я ему за 3 евро браслет. Комса? Я ему за 3 евро браслет продал. Он говорит, что слишком дорого. Я говорю, ну, бля, зато красиво как. Ничего. Да, Ви. Ви, это администратор, который собирает деньги. Молдаванин пошел куда-то или за деньгами, или за документами, я не знаю. Вот это так. Да, интересная работа. Я бы так торговала бы. Je trouvais pour vous spécial. Très, très joli. Est-ce que les femmes sont? Mais pourquoi? Regarde, pour votre ice. Vous appelez boucle d'oreille plutôt, non, s'il vous plaît? Hein? Boucle d'oreille. А, сережки хочете? Нема, не знаю. Блядь, нема сережек. Non, нет. Ходит, что не может от меня глаз отвести. Сука, я не могу. То плачет, что дорого, то ходит уже еще что-то спрашивает. Господи, Элвис Пресли, блядь. Человек меня спрашивает, что это такое? Я говорю, может, это электрошокер? Козыко!
А, це мерда, да? А, це про сигарет, ви. Да, это Spice, Spice. Ви, ну, окей, витирайте руки об цю тряпку. Вже не сипав. Да, дурдом. Купляйте, короче, цю накидку собі. Да, комса. В общем, торгуемся с каким-то мужиком. А ви квал пае? Квал паезія. Where are you from? Where are you from? В отро кантри. Квал пае? Паезія. Паезія. Ну, дядя похож на татарина или турка. В общем, за 40 евро ему телефон продаю. Может быть. Мальчики что-то смотрят на поварёшку, блядь, задумчиво. Не могут дупля отбить. Это видеокамера тоже. Ну, этот Элвис Пресли никак не успокоится. Ну а чё, матеечки очень идут. Часы классные. Классные часы. Батареи, петит батареи, сабон. А, дедушка же все звонит своей мадаме, хочет у нее спросить, купить ей телефон за 40 евро или не купить. Вот. А там уже джаз. Блин, я бы так торговала бы каждый день. А? Трансанг. Ну, трансанг. Це 1 євро. А, окей, сан консантим. Но, кварант, це ту. Но. Паскві. Же, пель же дамай, кварант, це ту. Же, це нью, нове. Це ноу арнак, ноу касе, ноу юзе. Говорить-то я не умею. Прикиньте, даже вот кучу говна, и то можно продавать тут. Вот. Всячески. Окей, ви, сан-кан-сан-тим. Одни дедушки ко мне. Окей, ан момент. Окей. Сейчас же апель, паскви, но аржонт.